Здравствуйте, мои дорогие телезрители! И сегодня я сделаю влог в этом бутике Falconeri. Я сделала 2 месяца назад обзор. Здесь была зимняя коллекция, была распродажа, скидки. Сейчас в данный момент тоже скидки у них на весеннюю коллекцию. То есть до конца этого месяца, мая. Потом уже все. У них продукция натуральная. Шелк, кашемир, лен. Ну, посмотрим, да, что у них есть. Я вам буду показывать модели, расцветки и цены. Смотрите, заходим сразу. Тут вот у них такая вот комната и следующий зал. Поэтому, смотрите, вот такая вот жилеточка коричневого цвета. 197-149 евро она сейчас стоит. Ну и тут же сразу озвучу, внутри такая маечка, 97-79 она сейчас стоит. Материалы все натуральные. Значит, 57% шелка, 43% хлопок. Это относится к верхней кофточке. А нижняя тоже 57% шелк и 43% хлопок. Вот так. Ну, соответственно, если штанишки такого же качества материала, то есть, соответственно, состав тот же самый. То есть это можно купить как комплект, можно купить отдельно. И вот такая вот тоже кофточка коричневого цвета, рукав укороченный. Соответственно, я вам озвучу цену. Вот эта кофточка, вот так, да? Штанишки вот так. Идет вот такая вот толстовочка, но она легкая, не зимняя. Еще раз повторяю, это весенняя коллекция. Нахожусь я в Falconeri. Вот такая вот цена в данный момент. Так, 73% хлопок и 27% шелк. Это точно такая же кофточка, как я показывала в начале, коричневая. Соответственно, материал тот же самый, состав. И цена тоже такая же. Вот такие вот штанишки. Здесь подобраны тона специально, видите, и топики, и кофточки, толстовочка, все в один тон. Можно купить как комплект, а можно купить и раздельно. Так вот стоят штанишки. Ну и также, конечно же, кофточки, как и в коричневом, в белом, и вот в такой расцветке тоже есть. Она зелененькая такая. Состав тот же самый. Очень много, конечно, красивой одежды. Шелк и хлопок. Очень легкий, нежный. Это тот же состав, шелк и хлопок. Цена меняется, модель меняется. Так, дальше. Вот так вот красиво это все выглядит. Вот такая вот накидочка, тоже очень нежная. И цену вы видите. Так, 100% шелк. Посмотрите, какая она нежная, вот эта накидка. Внутри топик. Топик такой же, как вначале я вам показала. Соответственно, цена точно такая же, расцветка другая. Толстовочку я вам показывала цену в начале. Только вот бордовый цвет. Соответственно, и кофточка, и брючки. Цену вы можете посмотреть в начале. И также есть черного цвета, да? Имейте в виду, что модель точно такая же. Здесь манекенчик, вот такое вот платьишко, и сверху вот так вот накинем, это такая, ну не знаю, курточка классическая. В общем,
Вот, кашемир и полиэстер. Я не знаю, где что, но вот такой плащик. То есть натуральный состав. И это платье стоит вот так. Окей. Дальше идет вот такая вот тоже нежная накидка. И вот так вот внизу сделано. По цене сразу я вас ориентирую. Вот так. И 100% кашемир. Внутри вот такая вот блузочка. Посмотрите, какой принт, нежность. Вот такая вот цена. 100% шелк. Вот это вот такая. 100% шелк. Я уже понимаю, что это за материал. Цена вот такая. Вот такого белого цвета тоже кофточка. Очень такая нежная. Вот цена. Посмотрите, как она сделана, да? Только с одной стороны. И кашемир 100%. Это такое платье. Шелк 100%. Красивая тоже. Сейчас посмотрим, в какую цену. И чтобы убедиться, что это за материал, да? Шелк 100%. Ну что ж, неплохое, неплохое. Вы знаете, вот так вот на каждый день. Это просто безумно красивое платье. Очень нежное. А это идет рубашечка. Уже с длинным рукавом, с манжетиком. И вот такая вот цена. Шелк. Вот такая вот коричневого цвета кофта. Это шелк с хлопком. И цена вот такая. Это другая модель. Обратите внимание. Материал тот же самый, цвет тоже тот же самый, а модель другая. И чуть-чуть она подлиннее. И цена вот такая. И вот такая вот юбочка. Интересная. Ну что ж, цена вот такая. Значит, 12% полиэстер, 88% вискоза. Ну тогда, чтобы убедиться, я посмотрю вот это, да? А это кашемир 100%. Такая вот накидочка. И она стоит так. И внутри вот такая вот блуза, очень приятная на ощупь. Посмотрим, что это за материал и сколько она стоит. 79 евро. И состав материала 100% шелк. Вот такая вот внутри кофточка. И вот
такой материал. Я так думаю, что это лен. Да, это лен. Вот такие вот брючки. €149 в данный момент. И цена 58% лен и 39% вискоз. И 3% эластан. Ну что ж, а мы продвигаемся дальше. Вот эти вот тоже очень приятные. Что ж, мы посмотрим, сколько они стоят. €99. Это темно-синий цвет. %95 шелк и эластан 5%. Но это, конечно, изящество. Это что-то. И посмотрите, есть вот такая вот. Она тоже шелк, темно-синяя. Воротник точно такой же, как и у предыдущей. Просто здесь манжеты, видите, вот так. А здесь резиночка идет. По цене 99 она сейчас стоит. Цена просто сногсшибательная. И 95% шелка, конечно же. Хочу сказать, что эти скидки будут только до конца мая. Потом все. Вот такие вот брючки. Тоже хороший материал. Так, цена вот такая. %96 хлопок. Ну что ж, вот такие вот футболочки. Рукав 3/4. %30 шелк, %70 хлопок. И по цене €69 в данный момент. Ну просто прелесть. Качество. Ну, Falconeri, конечно, оно этот бренд выпускает продукцию очень хорошую. Вот такой вот рукав. Это уже идет поплотнее, чуть-чуть такой. Такая вот кофта. Цена. Хлопок 73, 27 шелк. Также такого же материала. Брючки, штанишки. Резиночки внизу. Состав тот же самый. А цена? Здесь. Обратите внимание, это плащик такой, чуть ниже попы, укороченный. Это темно-синий. Точно такая же на манекене, когда я зашла, бежевого цвета. И цена 897, 497 сейчас стало стоить, потому что состав полиэстер с кашемиром, то есть вот это внутри кашемир идет, а здесь идет как плащевка, естественно, это синтетика. Мне очень понравилась вот эта блуза. Она нежнейшая, посмотрите. Это белого цвета. Посмотрите, какой нежный материал. Манжеты. Очень красивая. Цена. И цена хорошая, посмотрите. €99. От 177. Вот такие вот.
Я сейчас скажу вам состав. 100% шелк. Посмотрите, как красиво смотрится вот этот пиджак. Состав которого я вам покажу. 100% хлопок. 100% хлопок. Это просто супер. Посмотрите, как сделано вообще. Весенний вариант. Весенний. И цена на этот пиджачок вот такой. Вот такая. Ну, внутри идет вот такая кофточка, тоже шелк, 3/4 рукав, вот так с резиночкой, и внизу тоже вот так резиночка сделана. Цена очень хорошая. Вот, смотрите, видите, он темно-серый, темно-темно-серый, мягкий, ну, кашемир 100%, мех. Вот он отстегивается, то есть можно его без или с ним. Вот такой вот мех. И длина. Лейчер, это его талия? Моя. Пур фар видер лунгетса, кузи, суадосу, кузи, перкапире лей. Смотрите, кашемир. Длина очень хорошая. Очень хорошая, не короткая, намного ниже, чем колени. Здесь что? Здесь вот так вот разрезы идут внизу. Карманы. Grazie mille, gentilissimo. Ну что ж, видеоролик, наверное, будет длинным. На этом я с вами прощаюсь, мои дорогие. Если вы хотите, чтобы я показала вам мужскую коллекцию, пишите в комментариях. А сейчас я должна с вами попрощаться. До скорой встречи. С вами была Регина из Италии, из города Флоренции. И была я в бутике. Все, пока-пока.